Всем привет! Перед тем, как начать данный видеоролик, хочу сказать сразу, я не доктор, я не пропагандирую употребление АЭС. Также я говорю вам, никогда не нарушайте закон. То есть, если у вас это незаконно, не делайте этого никогда. Еще раз повторяю для тех, кто не в курсе, меня зовут Александр Гончаров. Я создал фитнес-канал, в котором я буду показывать свой путь прогресса бодибилдинге, не натурального бодибилдинга. Я буду рассматривать с вами курсы, которые я провожу, препараты, дозировки, делать обзоры на анализы. Я живу в Лондоне. У нас легально употребление АЭС. Нелегально продавать продукты и также покупать их из других стран, то есть ввоз. Но если я приобрел какой-либо товар на территории Великобритании, я имею право употреблять, так что я не нарушаю закон. Перед тем, как использовать что-либо, всегда консультируйтесь со своим врачом. Всегда говорите своему врачу, что вы намерены сделать. Никогда ничего не делайте наобум, так как это может привести к страшным последствиям. Все врачи скажут вам, что нужно соблюдать минимально эффективные дозировки. Никогда не употребляйте АЭС, ни при каких обстоятельствах. Всегда тренируйтесь натурально, оставайтесь натуральными всю жизнь. Но в своем канале я буду рассказывать вам, что делаю я, что работает на мне, не пропагандируя это. Я создал этот канал наоборот, для того, чтобы вы никогда не употребляли АЭС. Но в то же время я не буду врать о том, что они не работают. И буду показывать, насколько хорошо они работают. И если вдруг вы не послушали меня и все равно решили их употреблять, этот канал как раз для вас, чтобы вы могли отдавать себе отчет, что будет с вами происходить. В данном видеоролике мы рассмотрим мои анализы на биохимию. Анализы на биохимию вы найдете в правом верхнем углу. Тем, кому интересно, можете нажать на паузу и ознакомиться с ними лично. Я не врач и ничего в этом не разбираюсь. Сегодня я просто скажу вам то, что мне сказал мой лечащий врач. В общем, меня немного беспокоило то, что были завышены белые кровяные тельца. Врач позвонил мне и сказал, что ничего такого страшного не происходит. Он сказал, все в пределах нормы, в принципе. И даже те показатели, которые слегка завышены, он сказал, это абсолютно нормально и беспокоиться абсолютно не о чем. Также я сейчас покажу вам результаты до и после. То есть сейчас я вам покажу результат до. И результат через 3 месяца. Вот так я спрогрессировал за этот короткий срок, употребляя АЭС. Сразу хочу сказать, я в этом деле не новичок. Я раньше всю жизнь занимался спортом. Об этом вы можете ознакомиться в моих предыдущих роликах. Я рассказывал всю свою деятельность. Сейчас вкратце скажу, я не занимался бодибилдингом. Я занимался в основном собственным весом, да, и просто правильно питался. То есть был достаточно сухой, да, натуральный атлет, не обладая внушительной мышечной массой. Месяц назад я решил заниматься бодибилдингом, посмотреть, насколько далеко я могу зайти, и я не стал ждать чего-то. Я сразу перешел на использование АЭС, заказал тренера и стал тренироваться в спортивном зале, да, прогрессировать так. То есть это мой выбор, это мой путь. Произошел достаточно внушительный прогресс. Вот. Также хорошо спрогрессировали силовые, но на данном этапе я не буду заострять ваше внимание на моих силовых, так как я в основном фокусируюсь именно на бодибилдинге. Меня не интересуют силовые, да, они приходят, но это лишь как побочка роста мышечной массы. Я никогда не буду гнаться за силовыми, они меня не волнуют. Возможно, я буду показывать вам, какие упражнения я делаю, как я тренируюсь, какие у меня веса, да, но это не является моей целью. Итак, в самом начале курса я не планировал употреблять никакие инъекционные препараты. Я думал начать с сармов, а именно астарин. Это сарм. Я нашел, где его заказать. Сармы у нас вообще полностью легальные, то есть их может заказать каждый человек. Но будьте очень осторожны, так как они очень часто подделываются. Вы должны проверять источник, откуда вы что-то берете. Иначе вместо этого вам могут подсунуть какие-нибудь дешевые компоненты, тот же метан, и вы вместо астарина будете просто использовать метан. И ничего хорошего из этого не выйдет. Буквально через полчаса после применения первой дозы астарина, это было 15 миллиграмм всего лишь, то есть это жидкость, да, похоже на наполнители электронных сигарет, то есть ты вводишь через пипетку, да, и кладешь под язык, то есть так лучше всасывается, как люди советуют, просто запиваешь водой. Делал я это с утра на пустой желудок. Эффект я почувствовал буквально сразу же, через полчаса
мое тело стало наполняться. Я сразу же увидел наполнение. Уже к вечеру я был очень хорошо наполнен. И на следующий день я проснулся на пампе. Сразу почувствовал увеличение энергии. Увеличение моей общей активности, желания тренироваться. Возможно, это был эффект плацебо, но я стал более выносливым на кардио и стал более выносливым на силовой тренировке. Как все сармы, они не сделаны для употребления человеком. То есть употреблять их очень опасно. Вы берете на себя огромный риск. Они так же, как и анаболические стероиды, могут повышать у вас уровень холестерина. Они могут вам дать такие же побочки и даже больше. Буквально спустя 3-4 недели мне понравился результат, и я решил подключить тестостерон. Кстати, перед этим я вообще планировал сразу сесть на ГЗТ. То есть я позвонил врачу, я сказал, что у меня достаточно низкий уровень тестостерона. Я сдавал анализы на тот момент, когда у меня был низкий процент подкожного жира. Я специально в тот день не спал, я не ел, я сделал мощнейшее кардио. Я пришел после тренировки уставший, я сдал эти анализы. То есть я сделал все, в принципе, для того, чтобы получить это ГЗТ. Но врач мне посоветовал позвонить частную компанию. Я позвонил, и они тут же согласились это сделать. Поэтому я передумал, честно скажу, я сразу же передумал. Я подумал, слушайте, если я все равно планирую сделать ГЗТ для здоровья, то почему бы перед этим не провести несколько или больше мощнейших курсов? Набрать максимальное количество мышечной массы без вреда для здоровья или с минимальным вредом, так как мне абсолютно все равно, но я сдаю анализы, я постоянно консультируюсь с врачом, поэтому я никогда не буду делать то, что мне навредит. Я заказал тестостерон Enantat и употреблял его сразу же, то есть я пошел в аптеку, да, у меня не было никаких шприцов, то есть товар пришел очень быстро, пришел на следующий день, я был удивлен. Мне позвонил почтальон, он говорит мне, все, доставка, я спускаюсь вниз, почтальон дал мне мою посылку, я ее принял. То есть сразу же захотел попробовать, что это такое, какие будут ощущения, так как люди их описывают по-разному. Пошел сразу же покупать шприц, я пришел в аптеку, я сказал, что мне нужно такие-то иглы для того, чтобы сделать внутримышечную инъекцию. Да? То есть на тот момент я думал, что можно делать только внутримышечные инъекции, позже я узнал, что также можно делать подкожно, и они будут такими же эффективными. Ну, в общем, мне фармацевт сразу сказал, что они выдают иголки бесплатно, то есть там разный набор. Я был вообще удивлен, то, что в Англии дают это бесплатно. Потом я уже узнал, что это делается в основном для людей, которые диабетики или те люди, которые употребляют наркотики, для их собственной же безопасности, для их стерильности. То есть мне дали сразу весь пакет. Пришел домой, я набрал шприц и сразу же сделал себе инъекцию. Я начал с 250 миллиграмм в неделю, да, то есть как первый курс. Я делал это сначала раз в неделю, но потом я узнал, что это можно делать дважды в неделю, и так я буду получать более стабильный уровень крови. У меня будет не такой резкий взлет, не такое резкое падение, то есть мой тест не будет падать ниже 70%, и в целом ощущения будут лучше. Потом я уже перешел на инъекции два раза в неделю. Я делал в пятницу в 9 вечера и во вторник в 9 утра. Всегда в одинаковое время я употреблял 15 миллиграмм астарина каждый день и 250 миллиграмм тестостерона Enantata в неделю. Мощнейший просто пошел прогресс после того, как я подключил тестостерон. Мое самочувствие изменилось просто нереально. То есть даже если какой-то день я не высыпался, я просыпался, у меня открывались глаза, я просто как робот был готов уже вставать. То есть я сразу вставал, я сразу сделал себе завтрак, я выпивал кофе и сразу же шел в зал. И так каждый день, и так до сих пор. Я не пропустил ни одной тренировки. Я тренируюсь очень жестко, я тренируюсь со своим тренером. Кстати, даже мой тренер стал тренироваться со мной по моей программе. Насколько жесткая у нас идет программа тренировки. Прогресс пошел просто лютый, короче. Еще раз я вам показываю сейчас. Посмотрите, вот это до и вот это после. Буквально за 3 месяца такой прогресс на небольших сравнительно дозировок. Я в прошлом видео показывал вам анализы на гормоны, то есть вы видите, насколько тест у меня подскочил на всего лишь такой маленькой дозировке. Никаких проблем, никаких побочек, никакого стресса я не ощущал. Я ощущал и ощущаю до сих пор только мощнейший прилив энергии. Я чувствую себя очень хорошо, очень бодро. На данный момент я еще достаточно далек от своего, так сказать, натурального пика формы, то есть до него я дойду в течение какого-то времени, я не знаю в течение какого. Употребление АС
помогает мне дойти до туда быстрее и даже немного дальше. Насколько дальше, я не знаю. Насколько дальше я могу зайти на дозировки, например, 250 в неделю. Если я начну употреблять больше, чем дозировка, возможно, прогресс будет больше. Но стоит ли мне это делать? Выгодно ли это делать? Я вам сразу скажу, нет. Потому что как больше дозировка будет, сразу же больше может быть проблем, которых сейчас нету. Если их нету, то нет смысла ничего повышать. Нужно просто питаться, нужно просто тренироваться. То есть не стоит чинить велосипед, который не сломан, если он и так едет. Понимаете, о чем я говорю? Всегда соблюдайте минимальные эффективные дозировки. Иногда меньше может дать вам больше. То есть у нас есть такие персонажи, даже как стероидмен. Он ставил себе 4 грамма или сколько он говорил, он ставил. Посмотрите на него, как он выглядит. Получается, его организм, возможно, борется с тем огромным количеством препаратов, которые он дает, только брать. То есть сначала нужно дойти до своего генетического потолка на маленьких дозах, да, то есть ускориться, прийти туда. Вы можете туда прийти даже натурально, то есть вам не нужно ничего употреблять, чтобы хорошо выглядеть и чтобы прогрессировать. Иногда складывается такое впечатление, что люди забыли о том, что можно заниматься, тренироваться, питаться, спать натурально. Проблема в том, что если вы никогда не занимались натурально, вы не почувствуете этой разницы, вы не сможете насладиться тем экстра прогрессом, который вы получаете на курсе. И вам всегда будет мало. Поэтому, ребята, лучше сначала потренируйтесь натурально хотя бы 5, а то и 10 лет. Итак, вы выбрали какое-то удобное для вас количество дозировки, да, минимально эффективное для вас. У всех это будут разные цифры, вы поймете их по анализам. Поэтому всегда сдавайте анализы, не слушайте тех, кто вам говорит, вы можете курсить и не сдавать анализы. Вы не можете этого делать, вы не будете знать, что у вас происходит. Часто у таких людей вылезает куча побочек в виде акне, гина и так далее, и так далее. И они не получают рост мышечной массы, вместо этого у них просто вырастает жирный живот и огромное залитое лицо. Кстати, это все контролируется диетой. Никакие анаболики вам не помогут просушиться. Это все питание. Вы должны питаться достаточно чисто, чтобы набирать чисто. Вы прогрессируете, прогрессируете, прогрессируете. И в какой-то момент вы доходите до пика своей натуральной формы. Вы это поймете. И вы встанете. Ваш прогресс полностью встанет, потому что вы подниметесь немного выше. На тех вот дозировках, которые минимально эффективны, вы выйдете немного дальше за свои натуральные пределы. Естественно, и у вас прогресс станет. Вот только тогда вы можете увеличивать количество тестостерона. Вам даже не стоит добавлять еще какой-то препарат. И не спешите добавить тримбалон. Вы можете добавить либо примобалан, либо из оральных, если вы хотите препаратов. Добавьте оксандролон, если вы, опять же, можете достать натуральный, настоящий товар, потому что очень часто его подделывают. То есть, если вы думаете, что за 20, за 30 долларов вы достаете настоящий оксандролон, я очень сомневаюсь, тогда как настоящий стоит очень дорого, и курсы на нем, они стоят тысячи и тысячи. То есть, вы должны знать источник, где вы можете достать настоящий препарат, и даже там вас могут обмануть, и вместо этого вы получите стан или метан или что-нибудь еще. Опять повторяю, всегда сдавайте анализы, следите за своим здоровьем, не делайте слепо то, как вы прочитали в интернете или как вам советует друг или тренер. Всегда советуйтесь с врачом и слушайте свой организм. Не стоит увеличивать дозы там сразу себе в первый курс себе ставить 500 или 1000 или даже во второй курс. Вы можете это сделать, я уверен, прогресс будет намного быстрее, но вместе с ним вылезет ряд неприятных побочек, которые не всегда обратимы. Особенно девушки, сейчас я обращаюсь к вам. Многие из вас выступают в бикини и часто употребляют оксандролон. Я хочу вам донести одну вещь. Вот у вас соревнования. И вы видите, что у вас, допустим, начинают расти волосы в тех местах, в которых вам бы не хотелось. У вас происходит изменение внешности, в голосе. Вам осталось несколько недель до соревнований. Остановитесь, прекратите употребление этого препарата и, возможно, эти побочные явления, они остановятся. Они не будут прогрессировать, по крайней мере, дальше. Не давите дальше, не думайте, что вот, мне надо выиграть, несмотря ни на что. Нет, вам надо остановиться, вы можете попробовать в следующий раз. Я вам даю советы, да, но это не значит, что я всегда сам их выполняю. Под самый конец уже курса я увеличил дозировки до 350, буквально последние несколько недель, перед тем, как слезть. Вы увидели мой прогресс. Я вам рассказал, что я делал, как я делал. Сейчас я вам скажу, что я буду делать и что я делаю сейчас. На самом деле, по-хорошему, вот у меня прошел курс уже 3,5 месяца, я должен остановиться. Так делают все. Остановился ли я? Нет. Я просто стал делать подкожные
инъекции тестостерона. То есть я стал сейчас ради эксперимента вводить его в жировую ткань, чтобы потом сравнить анализы. Я еще пробовал дозировки 350 в неделю, буквально несколько недель, да, я попробовал, но потом перешел уже на 250, это под конец уже своего курса я это сделал, да, просто в качестве эксперимента посмотреть, как я буду себя чувствовать. И сейчас вместо того, чтобы слезть, я продолжаю употреблять 250 миллиграмм в неделю, но уже в жировую ткань. И вы не поверите, еще я подключил оксандролон 50 миллиграмм в неделю, то есть я не разбиваю эту дозировку на несколько в течение дня. Нет, я употребляю их сразу 50 миллиграмм перед тренировкой. Сразу же после того, как я подключил оксандролон, уже через полчаса я почувствовал эффект. Я смотрел на свою руку, она буквально раздулась просто на глазах. Меня просто дико заполнило. Памп, который я получил от него, это ни с чем не сравнимое чувство. Меня сразу же наполнило, нереально появилась жесткая венозность. Я почувствовал, что я мощно стал прогрессировать дальше. Я покажу вам через месяц, через два свою трансформацию уже на тесте и оксандролоне. Я думаю, это будет дикое до и после. Кстати, сейчас я немного почистил свое питание и сделаю небольшую рекомпозицию. Делаю я это не за счет дефицита калорий, а за счет поддержания. Я сейчас сделал такой колораж, чтобы сделать поддержание моей нынешней массы. Но по мере роста мышечной массы это поддержание превратится в небольшой дефицит. Тем самым я смогу избавиться от лишнего подкожного жира до определенного момента, потом это снова встанет и превратится в поддержание и показать вам достойную форму таким вот образом. Сейчас я пока не буду делать дикие дефициты, дикие профициты, да, у нас цель просто плавный прогресс. Я планирую продлить этот курс, возможно, еще на месяца два максимум, да, вместе с оксандролоном. После этого я прекращу употребление оксандролона и, скорее всего, перейду на употребление теста 125 или 150 в неделю, чтобы полностью восстановиться. После этого, как только я восстановлюсь, я сразу же приступлю к следующему курсу. Следующий курс я планирую провести опять тест соло, или, возможно, к этому тесту я еще подключу примобаланс. Напоминаю, тренируюсь я, как и тренировался, каждый день по программе Push Pull Legs, то есть понедельник грудь, плечи, трицепс, вторник спина, задняя дельта, бицепс, среда ноги, четверг грудь, плечи, трицепс, пятница спина, задняя дельта, бицепс, суббота ноги, и воскресенье у меня кардио. Никогда не повторяйте за мной, никогда этого не делайте. То, что я делаю, я это делаю с огромной ответственностью, с огромным риском, который я готов взять на себя. Посмотрим, что из этого выйдет. На своем канале я всегда говорю и буду говорить только правду. Вы будете наблюдать за моим прогрессом или регрессом. Друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вам нравится, что вам не нравится, что бы вы хотели изменить, что бы вы хотели увидеть и так далее. Я буду стараться, чтобы вы видели не только прогресс на тренировке, но и прогресс разговора, прогресс личности. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ставьте колокольчик. Подписывайтесь на мой инстаграм, я оставлю ссылочку в описании. Добавляйтесь, друзья, ВКонтакте. Просите, чтобы я вас добавил в беседу. Следите за своим здоровьем всегда. Тренируйтесь натурально, хорошо питайтесь, тренируйтесь и прогрессируйте. До скорого. Пока.